Он бы создал нечто наподобие тайной базы. Вход в тайное пространство расположен в западной части города, посреди двух исторических деревянных зданий. Старая ведьма выглядела знакомой с окрестностями и привела всех троих к двух старым деревянным зданиям на фоне маленького городка. Данное место выглядело еще более отдаленным. Вокруг виллы росли сорняки и даже два животных, напоминающих кротов, пробегали мимо. Первоначально данное место являлось оживленной улицей, но 13 лет назад жители умерли один за другим. Иногда горожане слышали завывание женщины снаружи своих домов, поэтому слухи говорят о проклятии или же о доме с привидениями. Окрестности дома просто заросли старые. Ведьма открыла ржавые ворота, чувствуя себя довольной. Я обнаружила это место в одном из своих поисков спустя 2 месяца расследований. Я уверена, что необычность ситуации вызвана ухудшением состояния защитных заклинаний вокруг входа в тайное пространство, из которого просачивается излучение. По расчетам, спустя 13 лет защитные заклинания должны полностью истощиться. Должен появиться вход в тайное пространство. Вот почему я притворилась обычным человеком и купила данное здание, но еще и добавила фасад для отвлечения посторонних магов. Лилин слушал повествование старой ведьмы, в то же время изучая убранство здания. Нижний этаж был очень большим, и в нем находилось всего 2 помещения. В зале лежал толстый слой пыли и разломанная мебель. В углу располагалась узкая винтовая лестница, и это единственное, что соединяло между собой 2 этажа. При таком очевидно недостатке Лейлин ощущал сильную ауру негативной энергии. Аура оказалась чрезвычайно злой, и от нее исходило весьма знакомое Лейлину ощущение духи, и они сходят с ума от мести. Лейлин скривился. Старая ведьма и правда нашла замечательное место. Следуйте за мной. Будьте осторожны, не касайтесь черной плесени на стенах, это ловушки. Старые ведьма шла впереди и поднималась по скрипучей лестнице на 2-й этаж. Казалось, будто она была сильно знакома с этим местом. Размер комнаты на 2-м этаже оказался немного меньше, чем в зале на 1-м, в котором по коридору могли пройти только 2 человека. Во воле случая Лейлин шел бок о бок с Джеем, потому что другой человек полностью обернулся в черный плащ и почти ничего не говорил. Лейлин не мог понять пол этого человека. Это масляная картина и есть вход в тайное пространство секты уничтожения древних духов. В конце коридора висела масляная картина, на которую смотрела старая ведьма, и именно на нее она указала Лейлину и остальным. Лейлин невольно сфокусировался на масляной картине. На этой масляной картине изображалась богато одетая благородная женщина, в ее руке лежал тонкий веер, которым она скрывала половину своего лица. Из-за времени на стенах висел слой пыли, и даже картину не обошел этот недуг. В качестве базового цвета картина была нарисована зеленым, что не совсем соответствовало окружению. Кроме того, возможно, из-за углов и линий. Но когда Лейлин пристально вгляделся в картину, ему показалось, что веер на ней немного сдвинулся неожиданно, но женщина, изображенная на картине, моргнула глазами. Неужели эта масляная картина живая? Внезапно закричал Лейлин. Вы наконец проснулись? Старая ведьма подошла к картине и захихикала. Иностранные самозванцы, говорите пароль. Женщина на картине снова моргнула, а в уши каждого присутствующего мага вошли ее слова. Пароль? Все ваши хозяева давно погибли, и мы пришли сюда, чтобы все забрать из тайного пространства. Старая ведьма смотрела на женщину на масляной картине. Если ты решишь подчиниться, то я повешу тебя у себя в кладовой. Пароль неверный, произнесла женщина на картине. Лейлин прекрасно заметил, что веер, который женщина держала в руке, немного прикрылся. Простое существо, сотворенное магией, и смеет не подчиниться мне. Глаза старой ведьмы загорелись зеленым светом, и кольцо зеленых огненных шаров полетело прямо к масляной картине. Бам! Когда зеленые шары сожгли масляную картину, веер благородной женщины на картине, закрывающий ее лицо, полностью закрылся. Лейлин не подозревал, что под веером красивой женщины скрываются рот и нос, нарисованные в виде костей. Это походило на то, будто плоть и кровь под глазами женщины. Мгновенно исчезло чувство несоответствия и превратности, внезапно наполнило грудную область Лейлина. Скорее, пронзительный голос женщины с картины заполнил весь коридор. Зеленые огненные шары начали разрушаться, превратившись в маленькие искры зеленого пламени, и вскоре погасли под колебаниями воздуха. Бип. Носитель подвергся атаке звуковыми волнами. Сходство с воплем Банши 67%. Нарушена координация мышц, циркуляция духовной силы снижена на 89%, и чип спроектировал состояние Лейлина перед его глазами красным светом. Вопль Банши. Неужели в эту масляную картину поймали и заточили настоящую Банши? Поразился Лейлин.
Сразу же слой мембраны алого цвета появился снаружи его тела и изолировал его от звука, хотя его уши все еще болели, но его тело снова смогло двигаться в то же самое время. Пара красных щупалец вроде продуктов кишечника вытянулись из масляной картины и направились прямо к латунному кольцу. Проклятая штука проклинал латунное кольцо, когда из его тела во все стороны вылетели многочисленные костяные шипы. Красные щупальца тут же были разорваны на куски искусства костяных шипов. Лейлин был изумлен, он и правда заложил врожденное заклинание внутрь себя. Он что, мазохист искусства? Костяных шипов являлось заклинанием один ранга и довольно грозным. Но его активация сопровождалась определенными трудностями. Оно требовало прорастания в собственном скелете мага, а затем поражало его мускулы. Прежде чем поразить противника, такой тип заклинаний сперва вредил заклинателю и лишь затем своему врагу. Только маньяки и мазохисты могли сотворить подобное. «Я разорву тебя, чертовщина, на части». Любой бы понял ярость латунного кольца, когда его заставили воспользоваться врожденным заклинанием. Сейчас все его тело покрывалось костяными шипами. Впечатление такое, словно он представлял из себя морского ежа. В то же время зеленый свет распространился от его шеи по всему телу, начиная остановку крови и схожие эффекты стоп. Старая ведьма начала испускать бесчисленное множество полупрозрачных духовных тел, каждая из которых вращалась вокруг латунного кольца, замедляя его движение. Это эффект масляной картины. Если ты разрушишь всю картину, то и вход в тайное пространство подвергнется тем же последствиям. Выражения ведьмы стало серьезным. «Позволь мне вмешаться». Когда Войбанши вырвался наружу, тела Джей и старой ведьмы покрылись мембраной черного цвета. «Кажется, никто из них не пострадал от повреждений. Твой Войбанши весьма хорош. Жалко, что сопряженная формация заклинания наполовину разрушилась за прошедшее время. То, что от тебя осталось, не сможет навредить официальным магам». Старая ведьма смотрела на Банши внутри масляной картины с жалостью, в то же время касаясь поверхности своей рукой. Вслед за ее движением на ладонях старой ведьмы стали появляться темные пурпурные точки и окутывать картину. Словно на картину кто-то добавил дополнительный слой. «Выходи, мое дитя», — произнесла мягко старая ведьма. Ее голос звучал тепло и кокетливо. Вскоре после слов старой ведьмы Банши на картине испугалась. Она как будто встретила своего природного врага. Глава 177. Глава 177. Духи, пожирающие мотыльков. После того, как черно-фиолетовый свет распространился на всю масляную картину, Банша исчезла без следа. Довольно хороший метод уловки. «Ты купила все это ради этого, Лейлин?» Подошел к старой ведьме. «Меня больше интересует эта Банша. Ты можешь потом продать мне ее? Я куплю ее вдвойне дороже, как только мы закончим изучение тайного пространства, и я найду то, что мне нужно. Я просто подарю тебе его». Старая ведьма бросила взгляд на Лейлина. В настоящее время в центре масляной картины появилась маленькая точка серебряного цвета. Серебряный свет становился все больше и больше, и окружающая пустота начала пульсировать. Наконец этот свет полностью распространился по коридору. Негодования и вопли. Сильная аура духовной силы постоянно распространялась из коридора. Слабый туман начал окружать большой дом, и звуки людей всех возрастов начал звучать отовсюду. Если бы старая ведьма не погрузила весь город в спячку, то все происходящее вызывало бы немалое волнение в городе. Несмотря на то, что внутри тайного пространства шанс встретить других магов сводился к нулю, то внутри по-прежнему продолжали функционировать разные проклятия и механизмы. «Мы должны быть осторожными, учитывая, что секта уничтожения древних духов являлась организацией магов, занимающихся исследованием душ, то необходимо соответствующе подготовиться», — предупредила всех старая ведьма. «К этому моменту, ты должна раскрыть нам то, что ты здесь ищешь». Лейлин поднял взгляд на старую ведьму. «Хи-хи-хи-хи, расслабься, вы все узнаете, когда придет время», — захихикала старая ведьма. «Расскажи нам правду, старая дьяволица. Если ты будешь продолжать водить нас за нос, то мы будем чувствовать себя неуверенно». На этот раз латунное кольцо встал на сторону Лейлина. «Если ты не скажешь мне сейчас, я не смогу выполнить свои старые обещания, парни». Старая ведьма очень взволновалась, но внезапно закашлялась. Ее изначально согнутое тело скривилось еще больше, как будто ее талия вот-вот сломается. Вздох. Ладно, хорошо. Через некоторое время старая ведьма отдышалась, но ее лицо было все еще бледным. Эта вещь похожа на алтарь. Внутри лаборатории имеется только один такой.
Вы его не пропустите, старая ведьма рассказывала с нетерпением. Что дальше? Это и есть вся информация? Тут же спросил Латунное кольцо. Думаешь, что есть что-то еще? Глаза старой ведьмы начали излучать зеленый свет. Когда она смотрела на Латунное кольцо, я нашла лишь некоторые подсказки из древних текстов, что этот алтарь может находиться внутри этого тайного пространства. Думаешь, что я знаю что-то еще? Будто бы испугавшись того, что старая ведьма снова нападет на него, Латунное кольцо мудро решил, что не стоит больше задавать ей вопросов. Тогда, для чего нужен этот алтарь? Когда Латунное кольцо вдруг замолчал, его эстафету принял Лилин. Не говори мне, что ты даже не знаешь, для чего используется алтарь, и ты просто хочешь заиметь его в свою коллекцию. Конечно же нет. Старая ведьма попыталась успокоиться, но все же решила наконец ответить. Этот алтарь – продукт, созданный сектой уничтожения древних духов, и называется он «Алтарь духов». Он обладает большим набором преимуществ для моей нынешней деятельности, а кроме того он может помочь мне вылечить. Если вы все поможете мне заполучить его, тогда я отдам все требуемые материалы кровавому разбойнику, огненные камни Латунному кольцу и необходимые ресурсы Джею, и даже не заберу и грамма. Снова пообещала старая ведьма. Лилин полностью не поверил ей. Было очевидно, что у старой ведьмы оставались и другие трюки в рукаве. Ты и я старые друзья, если я не помогу тебе, то кто поможет? Среди остальных Джей заговорил первым. Его голос не походил ни на мужской, ни на женский и отдавал непонятным тембром. Хорошо. Я просто решил спросить. Латунное кольцо наконец тоже уступил. Что скажешь ты, кровавый разбойник? Старая ведьма перевела взгляд на Лилина. Если ты не будешь эксплуатировать нас и не будешь заставлять жертвовать собой ради своего дела, у меня не будет никаких возражений, усмехнулся Лилин. Хорошо. Старая ведьма посмотрела в коридор, от которого излучался серебряный свет, и сказала: ладно, в настоящий момент коридор должно быть уже полностью стабилизировался, давайте действовать. После чего в глазах старой ведьмы появилось жгучее желание, и она скользнула в проход. Лилин и остальные переглянулись друг с другом и последовали за ней. Ослепительный свет внезапно усилился и поглотил четырех человек. Гул-гул. Лилин сканировал свое окружение. То, что он увидел, оказалось черным коридором, построенным из неизвестного ему металла. Стены могли по-странному отражать тени, но тени казались искривленными и будто испускали ужасающий хохот. Техника материализации иллюзий, холодно улыбнулся Лилин. Черный свет вспыхнул в его глазах, и он смог тут же сломать эту иллюзию, после чего он смог расслышать некоторые жужжащие звуки. Наряду с этим звуком появилось большое серое облако. Как только оно приблизилось, Лилин обнаружил, что это темное облако состояло из плотно прилегающих друг к другу маловидных организмов. На каждом организме рос мех, и на каждом из их крыльев изображался большой глаз. Вся картина казалась очень жуткой. Осторожней. Это духи, пожирающие мотыльков. Подняла тревогу старая ведьма. Не прикасайтесь к пыльце, распространяемую их телами, в противном случае ваша душа и ментальность будут постоянно разъедаться ими. В то же самое время старая ведьма открывал рот и издала пронзительный крик. Звуковые волны, излучаемые ее ртом, походили на артиллерийские снаряды. Бум. Половина серого облака исчезла, и в то же самое время ввысь поднялось огромное количество пыли, словно пошел снег. Свист. Когда Лилин услышал упоминание духов, пожирающих мотыльков, он уже был начеку. Его тело покрылось красной оболочкой и рассеивало от него пыль. Тело носителя подвергается атаке неизвестного порошка. Порошок очень липкий. Активация защитного зелья, нанесенного на тело носителя. Регулировка частоты излучаемых звуковых волн, удаляется эффект неизвестного липкого порошка. Запрос от И. Чипа пронесся перед глазами Лилина. Так хлопотно Лилин читал об этом порошке в библиотеке садов четырех сезонов. Такие атаки наклеиваются на тело противника, и если слой света удаляется до того, как тело полностью избавится от порошка, магия порошка будет активирована и произойдет вторая атака. Багровая длань руки Лилина внезапно покраснели, и он принял атакующую стойку. Обе его руки превратились в подобие когтей. Бабах. В пустоте мелькнуло изображение двух багровых когтей. Они окружили духов, пожирающих мотыльков, справа и слева и прижимали их к центру. Бесчисленные мотыльки были разорваны в клочья парой багровых когтей. Их разорванные крылья трепетали по воздуху наряду с серой пылью. Теоретическая сила атаки багровой длани носителя – 20 единиц. Нынешняя сила – 34 единицы. Багровая длань достигла своих границ пределов и приобрела дополнительную силу наряду с уведомлением И.
Чипа, фантомные багровые когти в воздухе внезапно задрожали и кроваво-красное пламя вырвалось из обоих когтей, сжигая все на своем пути без какого-либо дыма. Духи, пожирающие мотыльков, были сожжены дотла алым пламенем. Неужели это символ кровавого разбойника, багровая длань? Почему он настолько силен? Латунное кольцо с шоком смотрел на Лейлина. В организации темных магов Лейлин был новичком, которого называли кровавым разбойником, и заклинания, что он использовал, быстро раскрывались. Латунное кольцо знало о заклинаниях кровавого разбойника, но он никогда не знал, насколько они мощные. Ты недавно добился большого прогресса. Старая ведьма передала сообщение Лейлину по тайной печати. Из того, что ранее Латунное кольцо видел между битвой старой ведьмы с духами, пожирающими мотыльков, он считал, что с этими существами нужно расправляться очень хитро и очень сложно. Однако Лейлин воспользовался всего одним заклинанием, чтобы полностью уничтожить противника, и это очень сильно потрясло старую ведьму. Оказалось, что с самого начала ее союзник развивался с пугающей скоростью. Эта мощь, твое преобразование элементальной сущности уже выше 50%. Старая ведьма передала свой вопрос по тайной печати. А ты как думаешь? Равнодушно передал свой ответ Лейлин. Хихи, чем сильнее ты, тем больше преимуществ ты мне принесешь. В конце концов, по сравнению с Латунным кольцом, я больше доверяю тебе, человеку, что подписал со мной контракт. Старая ведьма дала другое обещание, в то же время изрекла другие слова, в которые сама верила. Когда я получу то, что мне нужно, я не только передам тебе вторую часть заклинания по сокрытию твоей духовной силы, но также имел ли он магических кристаллов. Черт, я даже откажусь от позиции старейшины в твою пользу. Такая позиция может быть передана? Лейлин испытал небольшой шок. В организации темных магов, в тысячах леденящих листьев, в которой он состоял, не было настоящего лидера. Маг два ранга, состоящий в их организации, подписал контракт со старейшинами организации время от времени. Организация проводила собрания и сборы, чтобы иногда предоставлять ее членам хорошие возможности. Как только старейшина узнавал, что кто-то из членов находил ценное место, он или она тут уже собирал членов организации и начинали операцию по разграблению. Старейшина и члены, которые первыми узнавали о таких местах, могли получить бонус после успешного грабежа. Было очевидно, что когда человек занимает место старейшины в организации темных магов, то его статус становился иным. Такая ситуация не сможет произойти в других обычных организациях, но что я могу поделать, если у меня есть организация темных магов, поддерживающих меня? Горько зазвучал голос старой ведьмы. На самом деле, кроме меня, других старейшин уже несколько раз меняли. Мое состояние в последнее время не так стабильно, и число людей, желающих сместить меня, только увеличивается. Ей объяснения имели смысл, но Лейлин не верил в это. Хорошо. Так как я уже получил твой депозит, я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе в этом исследовании. Согласился Лейлин. Весь этот обмен словами произошел очень быстро, и когда они оба пришли к соглашению, кроваво-красное пламя, что еще танцевало в воздухе, погасилось. Старая ведьма взяла на себя роль лидера и вела их вперед. Несколько минут спустя их группа достигла развилки. Глава 178. Мстительный дух, отвратительное зло. Перед Лейлином и остальной часть поисковой команды перед ними открылся округлый проход из черного металла и разделялся на три разных направления. По каждому направлению не присутствовало никаких явных знаков, вынуждая пройтись по каждому из них. Раз здесь лаборатория, то почему я не вижу никаких отличительных признаков? Первым отреагировал Латунное кольцо. Один из них должен был быть уничтожен кем-то, или здешний маг обладал иным способом связи, о котором мы не знаем. Старая ведьма бросила взгляд на Латунное кольцо. Что не так? Мы уже прошли такой путь, не думаешь ли ты отказаться от нашего дела? Конечно же нет. Латунное кольцо замотал головой, будто его ответ самый очевидный. Не только награда, обещанная старой ведьмой, весьма богатая, существовал значительный шанс на получение больших преимуществ в тайном пространстве. Только из-за подобных вещей Латунное кольцо уже не мог сдаться на полпути. В таком случае, стоит ли нам одновременно исследовать каждый из них или же разделимся? Лейлин задал весьма важный вопрос. Разумеется, мы войдем туда группой. Эти руины оставлены древним магом. Даже группой нам наверняка будет сложно справиться с ними. Слишком опасно отправляться в одиночку. Как инициатор операции, старая ведьма действовала весьма решительно. Мы уже подготовились заранее, и в следующие 10 дней никто не захочет прийти сюда. Этого времени достаточно для зачистки лаборатории Джей.
быстро согласился с ее доводами. Лилин немного подумал и тоже кивнул. Решено. После соглашения Лилина Латунному кольцу не оставалось выбора. Он скривился, огласил свое согласие. Четверо магов выбрали самое правое направление. Шаг-шаг. Черные кожаные сапоги и металлический пол соприкасались друг с другом, сопровождаясь цокающим звуком. Осторожней. С методами древней секты уничтожения духов гораздо сложнее иметь дело, чем с молью пожирания духов. Напомнил Лилин, осматривая окружающие стены. Звон проносился по коридору, оставляя после себя еще эхо. Лилин вдруг остановился, только его силуэт остался в проходе. Старая ведьма, латунное кольцо и Джей исчезли. Что случилось? Лилин сфокусировал свое внимание на красном отражении металлических стен. Я неосознанно активировал ловушку и даже Эйчип не обнаружил ее на. Его губах появилась улыбка. Видимо, операция не окажется такой уж простой. Звон. Лилин резко остановился. Ему показалось, что он привел в движение некоторый механизм, а позади него металлические стены будто ожили и закрыли ему путь к отступлению. Багровая длань, обе ладони Лилина вновь покрылись красным светом. Багровое пламя зажглось на когтях, и он надавил ими на сходящиеся двери. Шорх. Сложно. Холодный лед забросили в пылающее пламя, сопровождаясь шипящим звуком испарения воды. Усилиями Лилина неизвестный черный металл окрасился полностью в красный и постоянно плавился, формируя лужи жидкого металла на полу. Через 10 секунд в металлической стене образовалась дыра глубиной в метр, но в дыре не виделось конца. Видимо, путь к отступлению Лилина полностью перекрылся черной металлической стеной. Основываясь на данных, оцениваемая плотность металлической стены 45-47 метров. В центре также обнаружено огромное количество твердого раствора. Расчетное время на прорыв носителя через стену 30 минут 56 секунд. И чип вывел синий экран данных перед Лилиным. Полчаса, слишком долго. Лилин не был настолько наивным, полагая, что здешний маг проектировал ловушку, которая предоставит ему достаточное количество времени для побега. К тому же, чем дольше Лилин оставался здесь, тем больше черный металл уплотнялся и собирался в центре, словно обладая собственной жизнью. Проход стал весьма узким до такого состояния, что через него мог теперь пройти лишь один человек. Я не могу оставаться здесь слишком долго, иначе застряну в центре огромной металлической сферы. Я потрачу очень много магической и духовной силы, чтобы выбраться. Лилин посмотрел на стену с большой дырой и ринулся в нее. Гул. С помощью своего развитого телосложения и магии, скорость Лилина уже превзошла пределы обычного человека. Все, что осталось после него, несколько остаточных изображений. Проход словно заметил ход Лилина и начал сходиться к одной точке даже быстрее. Ха. Лилин глубоко вдохнул и выплюнул несколько прерывистых слогов. За долю секунды кровавый слой его тела расширился, а радиус пламени достиг полуметра, порождая горящий жар. Лилин будто стал каким-то древним огненным существом, а будучи окутанным багровым пламенем, он бросился к небольшой трещине посреди металлических черных стен. Бам! Весь проход содрогнулся, сопровождаясь звуком разъедания. Только металлические стены собирались соединиться. Лилин силой прорвался, оставляя за собой дыру в форме человека. Капли жидкого металла до сих пор стекали на пол. Прорыв Лилина продлился всего минуту, и только он остановил свое пламя, как его взору открылось нечто новое. Какой проблемный проход. Лилин взглянул на черный проход позади себя, который уже полностью закрылся. Такой проход может и не способен убить мага, но вполне в состоянии вынудить того истратить очень много духовной и магической силы, а даже малейшие колебания способны заключить мага внутри себя. Потребуется довольно внушительное количество духовных и магических сил, а когда наступит время и силы мага почти иссякнут, то ловушки и проклятия смогут очень серьезно ранить нарушителя или даже убить его. Ловушка состоит из нескольких частей, что говорит о ее активации из другого места. Лилин осмотрелся вокруг. Раньше здесь располагался сад или другое место для разведения растений. Область большая, а потоки искусственного света сияли на земле. Им оказался мох солнечных лучей, который упорно демонстрировал свою полезность. Имелись также следы увядания растений, хотя здесь и существовал небольшой садик, кажется, о нем уже позаботились. Какая жалость, что его забросили. Лилин все время рассматривал сад. Время, проведенное в садах четырех сезонов, позволило ему опознать остатки некоторых растений. Цветок трех шипов, трава прорыва духа, а также полувоплощенная летучая мышь, перевернутая ящерица – основные особи выращивания данного сада. Цветок трех шипов опылялся полувоплощенной летучей мышью, а выделение перевернутой ящерицы – лучшее удобрение для травы прорыва духа.
В центре сада располагались клумбы травы прорыва духа и цветка трех шипов, и кажется, здесь располагался звездный фрукт. Как раз то, чем и питаются полувоплощенная летучая мышь и перевернутая ящерица. Такой способ выращивания. Свет вспыхнул в синих глазах Лейлина. Способ способен увеличить прирост полувоплощенной летучей мыши на 50%, перевернутой ящерицы на 40%, а цветка трех шипов и травы прорыва духов на 10% сооружения. Сада снаружи лаборатории должно быть для удобства приготовления зелий и получения других предметов, полезных для экспериментов. Причина, по которой Лейлин рассчитывал производительность растений и животных так тщательно, чтобы определить признаки экспериментов, просто основываясь лишь на данных ключах, умные маги могли приобрести знания о опытах и применении лабораторий древних времен благодаря знаниям, собранным и чипам из библиотеки садов четырех сезонов. Знания Лейлина уже достигли продвинутого уровня. Совместно с вычислениями Эйчипа он уже мог прийти к довольно точным предположениям. Эйчип, найди похожие формулы древних зелий, основным ингредиентом которых является какой-то из этих четырех, хотя число таких формул в его владении равнялось нескольким. Ингредиенты для древних зелий весьма распространены. Только шаги приготовления зелий записывались в формулы, а как результат, Эйчип собрал довольно много информации. Бип. Начинаю поиск данных. Поиск в базе данных подходящих зелий, послушно ответил Эйчип. Потекли ряды данных и наконец остановились на нескольких столбцах. Зелье слияния духа. Сходство 79%. Эффект. Способно усилить слияние между различными духами с большим шансом, создавая новое сознание в объединенном образе. Зелья отторжения противостояния духов. Сходство 56%. Эффект. Способно удалить замешательство между духами во время слияния и стабилизировать новое духовное тело. Зелья в эльфипории. Сходство 34%. Эффект. Способно усилить мощь духа на высокую степень. Побочные эффекты. Сознание духа разрушится на определенный уровень. Лейлин проверил информацию описания зелий, а взгляд на его лице стал более серьезным, а через некоторый период он медленно вздохнул. Все зелья дополняют друг друга. Основываясь лишь на данных сведениях, кажется, я нашел что-то поразительное. Ах, пока Лейлин собирался размышлять и дальше, прозвучал низкий и хриплый голос. На линии обзора Лейлина появился огромный и закутанный силуэт. Им оказался монстр, высотой почти в 10 метров. На его теле присутствовало много ужасных ран, сшитых вместе. Казалось, словно он представлял из себя результат эксперимента по объединению различных частей тела. На правой руке сшитого монстра присутствовало 8 пальцев, а в левой находился большой ржавый топор. Кроме двух основных рук, на теле монстра и за его спиной находилось много тонких рук, которые непрерывно дрожали. Это же под вид мстительного духа. Отвратительно и зло. Лейлин втянул холодный воздух. Такая массивность. Сколько же крови и плоти пожертвовали на такое тело, чтобы оно до сих пор сохранилось. Тревога. Тревога. Приближается существо высокого уровня с сильным загрязнением духов. Основываясь на уровне носителя, угроза соответствует 5 уровню. Последовало отчаянное предупреждение Эйчипа. Глава 179. Глава 179. Жестокое сражение и отвратительное зло являлось существом, о котором Лейлин читал только в книгах. Оно являлось формой жизни, созданной магами. Его точное происхождение неизвестно, но Лейлин очень хорошо помнил, что в древних книгах отвратительное зло описывалось как дьявол. Этот тип жизни обладал чрезвычайно мощным телом и жизненной силой. Еще страшнее был тот факт, что от его тела постоянно распространялись оскверняющие духовные частицы. Первоначально люди просто не могли противостоять этим оскверняющим частицам и просто массово умирали в результате появления отвратительного зла. Обычно означало разрушение городов и многочисленные жертвы. Самым страшным фактом был тот, что иногда появлялась целая армия из более сотни таких монстров. Эта ужасающая армия уничтожила 2 штаб-квартиры древних магов и привела к исчезновению около 20% численности всего населения южного побережья. В конечном счете вся эта армия была полностью уничтожена только благодаря усилиям неизвестного древнего мага утренней звезды. Я не ожидал, что секта уничтожения древних духов создала отвратительное зло. Опять же, время подгадано в самый раз. В глазах Лейлин вспыхнула вспышка понимания. Основываясь на летописях истории мира магов, после катастрофы, вызванной отвратительным злом, секта уничтожения древних дух погрузилась в странное состояние. Во-первых, они провозгласили, что к ним спустился верховный маг и теперь они будут править миром.
А во-вторых, они принесли очень большую жертву из плоти и тем самым исчезли из этого мира. Теперь ему стало ясно, что процветающая секта уничтожения древних духов оскорбила магов всего южного побережья, и поэтому все маги, взявшись за руки, истребили секту уничтожения древних духов. В этот момент бродящие вокруг отвратительное зло заметила Лейлина, жажда крови в его глазах, один из которых оказался маленьким, а другой большим, было очевидно Лейлину. Даже его огромное тело начало дрожать от возбуждения. Все пространство сада пронзил зеленый свет, духовное загрязнение. Выражение Лейлин помрачнело, когда он опознал самую страшную атаку отвратительного зла, чешуя Кимоина волей. Мысли его тела покрылось тонким слоем чешуи. Чешуйки были черного цвета и плотно прилегали друг к другу, когда они покрывали все тело Лейлина, включая руки и лицо. Под защитой этих чешуек нынешний облик Лейлина полностью изменился. Его глаза даже иногда вспыхивали янтарным светом. Эта чешуя не придавала ему дьявольского образа, но скорее благодаря влиянию и обаянию, которое он заполучил из-за родословной чернокнижника, его нынешний вид отдавал аурой элегантности. Даже обычный человек подумал, что Лейлин обладал дикой эстетикой. Если бы Лейлин был получеловеком и частью семьи змей, к нему бы относились как драгоценной дани королевы змей из разных семей. Хотя Лейлин определенно не хотел бы с таким столкнуться. После активации своего врожденного защитного заклинания, Лейлин был все еще недоволен и погладил ладонью свою шею. Темно-красный свет вырвался из его шеи и подобно чешуе закрыл все его тело, сформировав своего рода броню. Лейлин был особенно осторожен, встретившись с отвратительным злом. Он не только использовал свое врожденное защитное заклинание, но также и активировал свой козырь, кулон павшей звезды. Мало того, что мощь отвратительного зла превосходила силу мага один ранга, Лейлин не был уверен в том, что с ним сделали члены секты уничтожения древних духов, из-за чего его дела становились лишь хлопотными. Лейлин не желал рисковать чем-либо, так как осознавал, что вред, нанесенный его душе, будет намного труднее вылечить, чем физические ранения. В этот момент, кроме красного мембранного слоя, Лейлин также активировал два своих способа для защиты, чешую Кимоина и кулон павшей звезды. Когда Лейлин закончил приготовление, светло-зеленый дым достиг его тела. Гул. В тот момент, когда дым достиг его тела, Лейлин внезапно почувствовал слабость. Сразу же красный свет в его море сознания запульсировал, и кристалл в центре послал духовную волну, чтобы избавить его от головокружения. Чик-чик. Как только крайний алый слой его защиты вступил в контакт с зеленым дымом, послышался шипящий звук, и через несколько секунд алый барьер полностью исчез. Далее следовала фантомная броня кулона павшей звезды, и она начала издавать непонятные звуки, а резервы его силы постоянно потреблялись. Он не прошел через мою защиту, но должно быть, все это эффект духовного загрязнения. Лейлин устремил свой взгляд на все приближающемся отвратительном зле, и страх в его выражении становился все более отчетливым. Рев. Две толстых руки внезапно выросли из его спины и коснулись земли, поддерживая тело отвратительного зла. С приходом силы, скорость отвратительного зла быстро увеличивалась, и оно бросилось к Лейлину, пытаясь рассечь его топором в левой руке. Прежде чем эта мощная сила достигла Лейлина, воздух в атмосфере как будто сконденсировался в кристаллы, что помчались прямо к Лейлину с блеском в голубых глазах. Лейлин, крутя свое тело под невероятным углом, уклонился от трескавшегося топора. Скрытый огненный шар. Увернувшись от атаки, Лейлин оглянулся и увидел, что сад почти полностью был окутан зеленым дымом. Если он не убьет это отвратительное зло, то не сможет пройти дальше. В любом случае, Лейлин не верил, что древние маги позволили бы нарушителю так просто уйти, поэтому Лейлин отчаянно ударил в ответ заклинанием, имевшим наибольшую разрушительную силу. Бум. Наряду со словами, вылетевшими изо рта Лейлина, большое количество черных огненных шаров внезапно появилось вокруг тела отвратительного зла. Эти огненные шары быстро сливались в единую массу, объем которой увеличился в размерах в 10 раз от обычного размера и взорвался перед телом отвратительного зла. Черное пламя охватило тело отвратительного зла, и многие из его тонких рук оторвало взрывом. Только от попадания одной маленькой черной искры на его теле была создана дыра, но неизвестно, насколько глубоко она прошла в его тело. Атака цели прямо в центр. Сила скрытого огненного шара 51 единица. Добавочная сила от преобразования элементальной сущности 21 единица. Защита цели была уничтожена. Считываю полученные данные. Загудел и чип. Из всех заклинаний, которыми обладал Лейлин, скрытый огненный шар являлся магией, уступающей только оку окаменения.
В настоящее время, благодаря его преобразованию элементальной сущности, сила его атаки достигла в 51 единицу даже. Древний монстр вроде отвратительного зла мог только дрожать под мощью такой магии. Бип. Отвратительное зло. Сила. 34. Ловкость. 19. Живучесть. 40. Духовная сила. 25. Способности. 1. Духовное загрязнение. Отвратительное зло всегда окружает себя оскверненными частицами, подобно тому, чем окружали себя древние маги. Как только частицы поражают душу, на существо падает проклятие, от которого в конце концов погибает. 2. Пожирание. Отвратительно зло может излечивать раны, потребляя большое количество мяса. В то же время пожирание большого количества духовных частиц позволит ему превратиться в более сильное существо, просмотрев проанализированные данные и чипа перед глазами, Лилин посмотрел на вопящего от боли в черном пламени монстра с большим восхищением. Эта сила сравнима с магами с преобразованием элементальной сущности в 50%. Если будет сформирована армия отвратительного зла с участием более влиятельного лидера, то организации магов будет трудно справиться с подобным. Им придется только сбежать. Лилин восхищался отвратительным злом, но сейчас он находился на поле битвы, поэтому он тут же зачитал еще одно заклинание скрытого огненного шара. Многочисленные черные огненные шары вылетели из тени и полетели к огромной массе пламени, заставляя его гореть еще более энергично. Хотя Лилин и проявлял интерес к этому отвратительному злу, он планировал просто извлечь из его тела некоторое количество ткани и жидкости после его смерти. Он не планировал захватывать его живьем. Следовательно, увидев, что скрытый огненный шар был эффективен, Лилин сразу же создал большое количество черных огненных шаров, решив убить отвратительно зло с первой же атаки. Грах. Отвратительное зло внутри пламени ужасающе заревело. Пока оно тряслось, множество тонких рук на его теле таяли и опадали. Бум. Черное пламя горело на теле отвратительного зла, и из его живота начали вырываться бесчисленные духи. Лица этих духов походили на лица мужчин и женщин всех возрастов, и большинство этих духов обладало странными формами. Одним не хватало руки, у других же наоборот болтались лишние ноги. На телах некоторых находились даже непонятные структуры и органы, а некоторые походили на образ отвратительного зла. Единственное сходство между этими духами заключалось в том, что каждый из них смотрел на окружение безжизненным взглядом, как будто они потеряли всякий разум. Не говорите мне, это основа, с помощью которой секта уничтожения древних духов создала отвратительное зло. Увидев эту сцену, Лилин сравнил свои текущие предположения с предыдущими и сделал соответствующий вывод. Эти духи безмолвно трепетались вокруг тела отвратительного зла, и едва ли они боялись черного пламени. Они проходили сквозь него без проблем, что крайне сильно ошарашило Лилина. Это, может ли это быть, у Лилина внезапно появилась догадка. Он тут же бросил несколько зелий и даже смешал с ними несколько розовых жемчужин, которые обязательно нанесли бы вред злым духам. Однако, было уже слишком поздно. С пронзительным криком отвратительного зла окружающие духи взорвались. Бум. Метод старой ведьмы для взрыва духов вновь предстал перед глазами Лилина. Однако, этот взрыв включал в себя сотни духов одновременно. Сила этого взрыва во много раз превосходила тот, что ранее показывала ему старая ведьма. Черное пламя на теле отвратительного зла было потушено благодаря этому взрыву. Волны пугающего взрыва поразили Лилина. Пуф. Защитный слой кулона павшей звезды вспыхнул и лопнул, как мыльный пузырь. Тело Лилина отлетело, будто бы его сбил поезд. На земле образовалась длинная линия, показывающая, как далеко отлетел Лилин. Почему я не обнаружил такого пугающего умения? Лилин был поражен и немного рассердился. Внутри живота цели обнаружено силовое поле. Перед глазами Лилина высветилось новое уведомление. Глава 180. Глава 180. Подлая атака. Хотя способности и чипа прошли через усиление многими методами, но внутри странного мира магов они не достигали того уровня, которого желал Лилин. Из-за предыдущей ошибки у Лилина не было настроения двигаться дальше и осматриваться. К тому же отвратительное зло уже достигло подходящего радиуса для атаки. На данный момент большинство рук отвратительного зла уже были отрезаны, а также на теле присутствовало множество черных точек, а через его живот проходило большое отверстие. Оно открывало виду его кишечник и внутренние органы, но такие повреждения ни в коем разе не повлияли на передвижение отвратительного зла. Вместо этого отвратительное зло, кажется, излучало алый свет. На фоне предыдущего своего поведения оно выглядело более враждебным. Вены его тела будто переплетались друг с другом и выпирали наружу, напоминая голубых змей. Отвратительное зло приблизилось к Лилину. Многие части его тела и плоти оказались сожжены,
но его скорость наоборот возросла, блять, чешуйки на теле Лейлина задрожали, а пыли камни, которые застряли на ней, начали падать на землю, хотя недавний духовный взрыв оказался жестоким, но пройдя через защиту кулона павшей звезды, сила атаки уменьшилась и полностью заблокировалась защитой чешуйки Моина. Лейлин может и получил сильный толчок, но на самом деле его тело не получило никаких повреждений. Теперь гигантское отвратительное зло напало на него на скорость полета, а духовная чума продолжала волнами распространяться вокруг теневое сокрытие. Стоило Лейлину увидеть его импульс, как он тут же зачитал заклинание. Его чешуя заблестела темным блеском. Темный свет прошел через него, а его тело стало почти прозрачным. Вскоре отвратительное зло столкнулось с тенью Лейлина и прошло сквозь нее, разрушив гнилой цветочный горшок позади него. В течение годового периода времени Лейлин воспользовался собранными очками вклада и обменял их на множество моделей заклинаний. Поэтому он и воспользовался теневым сокрытием, так как оно произвело на него впечатление. Ранее в садах Дилана атаки черного харалского змея оставили в его памяти незабываемый отпечаток. Если бы он тогда не обладал естественной осторожностью и если бы не добавочная огневая мощь от его товарищей, итоговый результат битвы с тем чудовищем мог оказаться иным. После той битвы он начал интересоваться скрытными атаками элемента тьмы. По совпадению, во время обмена очков вклада в садах четырех сезонов, ему повезло обнаружить такие модели заклинаний. Теневое сокрытие элемента тьмы. Заклинание 1 ранга. Эффекты. После произнесения заклинания, маг способен скрываться в трещине мира теней и получает неуязвимость для атак реального мира. Время сокрытия. 20 секунд. Бонус от преобразования сущности элемента. 14 секунд. Потребление 10 пунктов духовной силы и 10 пунктов магической силы. Заклинание полностью подходит под его основной элемент. Но кроме этого, чешуя Кимоина, кажется, тоже увеличила эффект заклинания. Таким образом, Лейлин затратил много усилий для изучения данного заклинания, а после произнесения заклинания у него попросту не появляется слабых мест из-за его ловкости или маскировки. Лейлин тщательно ощутил, что находится в безопасности. Ощущения крайне странные, время текло словно в 10 раз медленнее. Окружающая атмосфера тоже ощущалась очень тесной. Каждое движение Лейлина сопровождалось усилием, которого не требовало передвижение в обычном мире. Лейлин смотрел на отвратительное зло. Теперь тот давал выход своей ярости на окружающей среде, так как потерял свою изначальную цель. Монстр вырезал своим топором множество борозд на земле, приводя окружающую землю в полный беспорядок. Лейлин заметил на теле отвратительного зла странный зеленый оттенок. Нет, не так, даже окружающий пейзаж, земля и атмосфера сияла странным зеленым туманом. Зеленый туман выглядел очень плотным. Туман вызвал головокружение у Лейлина и ощущение, словно его хотят выбросить. Он будто витал в воздухе. Он медленно приближался к отвратительному злу. Отвратительное зло, видимо, заметило что-то и размахнулось своим большим топором. Огромный оранжевый топор понесся в направлении талии Лейлина. Если бы парень сейчас находился в реальном мире, то его тело уже бы располовинило, но сейчас он находился в состоянии тени. Когда огромный топор прошел сквозь него, его тело лишь дрогнуло. Монстр размахивал и размахивал своим топором. Он часто опускался на тело Лейлина, но ни единый клочок одежды не упал с него. Все ближе и ближе Лейлин все скользил по пространству и воспарил над отвратительным злом. Когда он посмотрел вниз, то увидел постоянно выделяемый желтый гной, а также его неупорядоченные зубы во рту. Рассечение воздуха. После вспышки черной тени Лейлин появился прямо перед отвратительным злом. Сейчас зрачки Лейлина уже приобрели янтарный цвет, как будто готовясь к особому взгляду. «Смотри в мои глаза», — произнес Лейлин необычным тоном, но послышалось шипение. Словно говорила сама змея. Врожденное заклинание, око окаменения. Голос будто обладал сверхъестественной силой. Отвратительное зло не могло не посмотреть в его глаза с причудливым выражением. Треск. Треск. Серо-белый ореол начал выстреливать из глаз отвратительного зла, и его лицо, казалось, стало расширяться. Рев. Когда окаменение окутало всю его голову, монстр внезапно поднял ее и заревел. После рева его плоть выпятилась. На плече появились две огромные твердые части плоти. Они выглядели как руки. По мере трансформации серая кожа на лице отпрянула. Выглядело так, словно змея сбрасывала кожу. Телосложение цели очень велико. Оно начинает развивать иммунитет к окаменению. Основываясь на сложившейся ситуации, оставшееся время жесткости, 3 секунды, и чип уведомил Лейлина. Как ожидалось, движения отвратительного зла замедлились. Он открыл рот и принял оригинальное улыбчивое выражение.
словно машина, которую никогда не заводили, вынуждая ее оставаться в подвешенном состоянии. Вот она главная возможность — глаза. Лилина загорелись. Множественные черные огненные шары проникли в рот отвратительного зла, вызывая продолжительные взрывы внутри его тела. Кулон павшей звезды, активация оставшейся мощности, вскрикнул. Лилины тускло-красный свет появился ниже его шеи. Когда луч света собрался на руки Лилина, то преобразовался в длинный меч. Лилин уставился на монстра и, взревев, мускулы на его руке напряглись, расширяясь на несколько складок. Худой человек мгновенно превратился в мускулистого тела. Лилина просто переполнялось взрывной силой. В данный момент он схватил клинок обеими руками и высоко подпрыгнул, выполняя разрез в прыжке в направлении шеи монстра, пока тот еще горел в черном пламени. Бульк. Плеск зеленовато-желтый гной разбрызгался повсюду. И в то же время огромная голова отвратительного зла покатилась по земле. После потери головы четыре конечности монстра все еще двигались. Походило на то, словно он пытался сбежать. Лилин оставался беспристрастным, пока рассыпал по округе фиолетовый порошок, а тот падал на огромное тело и голову отвратительного зла. Бум! Пурпурно-красное пламя начало яростно гореть. Пламя окутало голову и тело отвратительного зла. Треск. Голова монстра разорвалась на части, и группа гротескных духов появилась на ее месте. Однако Лилин уже приготовился к такому явлению и забросил розовый драгоценный камень в пламя, заранее произнеся заклинание бессознательных духов. Привлек розовый кристалл. Они забыли о саморазрушении и окружили розовый драгоценный камень. Успех. Благодаря предыдущим расчетам Ичипа, заклинание духовного завлечения Деркова успешно обновлено. Волнение вспыхнуло на лице Лилина. Он стремительно вырезал руны и заклинания на земле вокруг пламени, временами подбрасывая в пламя разные материалы. Наконец фиолетово-красное пламя сменилось чистым фиолетовым цветом. Группа духов своевременно развоплотились. Они таяли, как нагретый воск. В данный момент многие духи хотели самоуничтожиться. Активация. Глядя на плотно собравшихся духов, губы Лилина изогнулись в улыбке, и он произнес заклинание «Бум». Красный ореол возник внутри массива, который сдерживал всю духовную энергию внутри пламени. Луч света будто мешал духам самоуничтожиться. Духи приняли безумное выражение, несмотря на тот факт, что по своей сущности являются безэмоциональными субстанциями. Ни один из них не мог самоуничтожиться. Как раньше, в его ушах постоянно звенели пронзительные и скорбные визги. Лилин даже ощущал среди них самый болезненный вой от отвратительного зла. Пока горело фиолетовое пламя, распространялся и странный запах. Труп монстра в эпицентре пламени уже перестал двигаться. Кроме того, под влиянием пламени с его жирного тела на пол стекала масляная, гнойная и омерзительная жидкость. Жидкость оказалась весьма вязкой, а оттенок какого-то необычного темного цвета. Пока черная, масляная жидкость стекала, труп отвратительного зла постепенно становился меньше. Десятиметровый монстр уменьшался в размере, пока не приобрел размеры обычного человека и приобрел форму обезьяны с дрожащим телом. Это Лилин выглядел парализованным от постоянно сокращающейся головы отвратительного зла. Когда голова полностью обезводилась, перед ним предстала обычная голова. Несмотря на множество складок кожи, Лилин все же смог опознать в голове мужчину примерно 30 лет с западных регионов. Видимо, главным ингредиентом для создания такого монстра служит обычное человеческое тело. Кроме того, для превращения его в такого существа требует чудовищного количества безумных духов и их слияния. Такой способ вынудил Лилина задуматься, что человеческое тело является чревом и что-то взращивает. Степень слияния человеческого тела с отвратительным злом весьма высока, а духи изначально принадлежали людям. Неизвестно, как секте уничтожения духов удалось решить проблему со слиянием духов в тело. Наверное, тут скрыт их ключевой навык. Лилин постоянно гонял свои мысли. Он предполагал, что эксперимент не заканчивался на создании отвратительного зла. Безумные духи наконец вырвались из тела после постоянного слияния с отвратительным злом. Они станут куда сильнее по мере роста, создавая куда более зловещее существо. Глава 181. Глава 181. Живой организм 1. Лилин наблюдал за процессом разложения отвратительного зла. Дух внутри массива наконец оказался сожжен, и фиолетовое пламя постепенно погасло. Свист. Все лучи света формации заклинания полностью рассеялись. Лилин вошел в формацию. Запах гари наполнил воздух наряду с отвратительным смрадом. Запах похож на тот, будто тело сжигают в канализации.
Лилин нахмурился и подошел к центру. Труп человека уже давно был сожжен дотла на земле. В центре обугленной формации глаз Лилина привлек блестящий предмет. В яме лежали фрагменты зеленых кристаллов, сверкающих как бриллианты. Лилин покрыл свою руку слоем чешуи и подобрал маленькие бриллианты, довольно легкие, но очень твердые. Лилин начал давить ладонью аж до хруста суставов, но даже с силой в 7-1 единиц он ничего не смог сделать с маленькими бриллиантами. Внезапно ушей парня достигли тихие песнопения приветствий, видимо исходившие от маленьких зеленых камней, переполненные любопытством. Лилин ближе поднес их к ушам. «Спасибо тебе, молодой человек, вы». Мгновение ослепительно белый свет будто окутал весь цветочный сад. Посреди белого света Лилин увидел десятки тысяч фантомных силуэтов людей. Лица фантомов показались очень знакомыми. Они выглядели как духовные тела, с которыми он столкнулся ранее, но приняли изначальные формы людей. Фантомы принадлежали обоим полам. Некоторые из них оказались одеты как маги и послушники. Однако теперь они тепло улыбались и медленно блекли белым светом им. Лилин осмотрелся. Будто в связи со смертью отвратительного зла, окружающая зеленая чума отступила. Снова показался цветочный сад. А что до духовных тел, все они исчезли, словно их никогда и не существовало. Но Лилин знал, ему не показалось, а в этот момент прозвучал голос Эйчипа. Сканирование завершено. Предмет опознан как духовный кристалл. Здесь осталась сущность после сжигания огромного количества духов. В древних сборниках такие кристаллы очень любились многими экспертами и использовались в качестве обмена духовные кристаллы. Понял Лилин, он слышал о подобных предметах, но лишь маги высокого уровня могли эффективно их использовать. Магу один ранга просто невозможно разломать поверхность духовного кристалла и получить накопившуюся внутри духовную силу. Бог с ними, они точно мне пригодятся в будущем. Лилин подобрал зеленые духовные кристаллы с пола и тщательно сложил в одном из маленьких мешочков. Он даже завязал его золотой нитью, прежде чем спрятать в одном из карманов своей одежды. Зеленая духовная чума полностью рассеялась. На стенах можно было увидеть множество трещин. На краю сада Лилин предстал перед трещинами и ударил по сломанной стене. Треск, упало множество камней, сопровождаясь появлением облака пыли в воздухе. Внутри стены появилась глубокая дыра, внутри которой мерцали черные лучи света. Блеск черного света вспыхнул в его глазах. Он быстро сорвал прядь волос, а его рот начал двигаться в произнесении загадочного заклинания. Черные волосы упали на землю и увеличились в размере, превращаясь в нечто напоминающее черную змею. Маленькая змея обладала плотной чешуей, а пара ее красных глаз выглядела как драгоценные камни. Размером не больше кармана, но недоброжелательной она не выглядела. Скорее наоборот, весьма прелестная маленькая змейка сперва обвелась вокруг ног Лилина, шипя своим языком. Она лизнула его обувь и скользнула в глубокую черную расщелину. Лилин закрыл глаза, устанавливая связь со змеей через нить духовной силы. Картины и звуки возникли в его голове. Освещение в окружении оказалось очень тусклым, но проблемой для маленькой змеи оно не представляло. Через глаза змеи Лилин смог увидеть внутреннее убранство расщелины, которое напоминало рудную шахту со множеством корней на стенах. Корни переплетались на стенах, словно закрывали поверхности пещеры наподобие рыболовной сети. Маленькая змея продолжила свой путь через пещеру. После пересечения километра она достигла желтого древесного корня на своем пути, который больше напоминал стену. Это же вводящий в заблуждение туманный древесный корень, древняя защитная система для задержки злоумышленников в сердце. Лилина наполнилась ликованием. Раз появился такой механизм, значит он должен находиться рядом с лабораторией нарушитель. Ответь на мой вопрос или будешь расколот на кусочки. На стволе дерева выпучилось лицо старика. Старик уставился в глаза маленькой змеи, словно через нее смотрел на Лилина. Спрашивайте. Лилин передал волну духовной силы через черную змею. Пожалуйста, озвучьте свой вопрос. У кого лицо напоминает бриллиант, глаза как жемчуга, а зимой создатель всего объекта приобретает возможность перевоплотиться хэм. Лилин опустил голову, будто погрузившись в глубокие раздумья. А на самом деле он скомандовал: Эйчип, поиск по базе данных БИП. Судя по ключам, предоставленным носителям, подходящие под описание предметы. 1. Драгоценный камень морской звезды, сходство 97%. 2. Океанический пласт подсолнухов, сходство 78%. 3. Эйчип мгновенно выдал результат: драгоценный камень морской звезды, ответила змея вводящему в заблуждение туманному древесному корню. Верно. Вводящий в заблуждение туманный древесный корень издал пронзительный вой.
Корни древа вытянулись из земли, открывая после себя путь в качестве награды, тебе позволено пройти. Выражение лица старика проявило теплую улыбку на стволе вводящего в заблуждение туманного древесного корня Хайм. Награда? Я так не думаю, маленькая. Змея покачала головой и проскользила в проход по. Мгновенно гигантский древесный корень, словно огромной ладонью, преградил путь маленькой змее. Я позволил магу пройти, а не магическому созданию вроде тебя. На лице старика вспыхнула ярость. Молодой маг, ты принижаешь меня, она часть меня, поэтому я верю, что у нее имеется такое право. Маленькая змея подняла голову, совершая зрительный контакт с глазами старика. Нет, ты должен лично пройти. Вводящий в заблуждение туманный древесный корень твердо стоял на своем. Если так, маленькая змея опустила голову, словно размышляла о чем-то. Внезапно маленькая змея свернулась и резко бросилась через проход по. Внезапно множественные болты черной молнии вспыхнули из изначально спокойного прохода. Вспышки выглядели живыми и поразили маленькую змею точно в цель. В море искр змея сожглась заживо, точно ловушка. Уровень 5 или выше. Черная тюрьма молнии, их здесь так много. Корень древа действительно вложился в атаку снаружи. Входа в сад Лилин смотрел на грязный туннель и насмешливо улыбнулся. Перво-наперво, вводящий в заблуждение туманный корень древа являлся простой ловушкой. Даже если нарушитель давал верный ответ, он или она все еще заманивались в ловушку. Жалко, что спустя так много лет у интеллекта вводящего в заблуждение туманного корня древа существовал недостаток. Лилин почувствовал неладное, потому что оно слишком тревожилось, но неважно, насколько хороша ловушка. Если ее обнаружить, то она становится шуткой. В этот момент из туннеля, перед которым и стоял Лилин, вырвался сильный толчок, а также последовал древний голос: «Я убью тебя, нарушитель, ты умрешь». Стены рудника будто держались на корнях дерева. Поскольку они вырывались изо всех сил, то произошла цепная реакция. Сила и живучесть этого создания наверняка выше, чем у отвратительного зла. Кроме того, оно представляет из себя растение, а его жизненная сила весьма стойкая и обладает сопротивляемостью к атакам духовной силы. С ним будет гораздо сложнее справиться, чем с отвратительным злом, поэтому если я буду сражаться на его территории внутри рудниковой шахты, то оно сможет похоронить меня заживо в любое время. Лилин задумался, а после ухмыльнулся и поднял голову. Однако жалко, что такой растительный организм имеет существенную слабость, к которой я недавно пришел в лаборатории. Я воспользуюсь ею. Лилин достал пробирку из кристаллизованного азота. Внутри пробирки не оказалось никакого зелья. На дне пробирки находился лишь черный организм с парой прозрачных крыльев, больше напоминающий какое-то насекомое. После взгляда на пробирку, выражение Лилина стало серьезным. Не знаю, хорошая или плохая идея выпускать его, но я могу лишь попробовать, пробормотал. Про себя Лилин он случайно создал этот предмет. Внутри пробирки находился определенный вид термита, которого можно найти только в мире магов. Лилин обнаружил его во время решения проблем с вредителями в садах 4 сезонов. Поскольку ряд генов отличался от остальных термитов, они оказались чрезвычайно сильными, и поэтому Лилин забрал их себе. Раз именно он открыл их секрет, у этих термитов имелся весьма странный ген, который экспоненциально увеличивает их жизненную силу и репродуктивные способности. Их скорость превзошла законы природы. Основываясь на знаниях Лилина, они, должно быть, зародились от ядов и клеток другого мира. После многих неудачных попыток Лилину удалось усилить способности термитов лишь благодаря микроскопической помощи способностями и чипа, превращая их в оружие для разборок с растительными организмами. Кажется, сейчас самое время воспользоваться ими. Выходи. Я хочу увидеть, что произойдет при соединении странных вещей мира магов с современной наукой. Носитель собирается освободить живой организм 1. В соответствии с настройками, пожалуйста, установить параметры саморазрушения, раздался запрос и чипа. 5 минут. Лилин направил поток духовной силы в пробирку и затем добавил несколько капель красного зелья, завершая последнее приготовление. Затем он посмотрел на трясшийся туннель. Вводящий в заблуждение туманный корень древа извивался, пытаясь достать до него. Теперь насладись своей смертью. Лилин усмехнулся, открыл пробирку и направил термита в черную дыру 1. Обозначение уровня опасности, основываясь на нынешних характеристиках Лилина. Глава 182. Глава 182. Экспериментальная лаборатория 1. И чип. Запиши данные и создай папку о результатах эксперимента.
Время освобождения термита. Одной из рук он надавил на свой висок, из-за чего яркий синий свет загорелся в его глазах и засветил прямо в черный туннель. По наблюдениям Лейлина, термит достиг окончания корня дерева. Термит напоминал пылинку на фоне массивного, вводящего в заблуждение туманного корня древа, поэтому он и не привлек внимания существа. Живой организм один проявляется яростный рост и начинает процесс размножения. На графике H-типа термит, представленный красной точкой, оставался на коричнево-желтом корне некоторое время, пока его жизненная сила не начала чудовищно возрастать, превращаясь в яркую багрово-красную точку. Кроме того, многие красные точки начали появляться на графике, разбегаясь по корням. Кажется, возник эффект домино. Когда красный свет усилился, его свет постепенно окутал всю стену, подбираясь ближе к вводящему в заблуждение туманного корню древа. Что это? Агрх. Затем вой существо разнесся по всему саду. Лейлин мог слышать напряженный, ужасающий рев, что наполнил весь вход в туннель, от которого волосы вставали дыбом. А что до термитов, они уже распределились по всему телу, вводящему в заблуждение туманного корню древа. Биллион термитов раскрывал свои резцы и беспощадно жевал корни. За каких-то пару минут корни монстра уже были пронизаны дырами. Рев вводящего в заблуждение туманного корня древа постепенно ослабел, пока вовсе не прекратился жужжание. Слышались звуки колебания крыльев. Большое облако термитов вылетело из черного туннеля. Они напоминали саранчу, которая пожирала оставшиеся растения в саду. После уничтожения всех растений, летающие термиты начали яростно жужжать. Тревога, тревога. Сильные волны энергии излучаются от духовной силы организмов. Ранее вложенный отпечаток духовной силы исчез, а термиты впали во взбешенное состояние. Только H-чип предупредил его, как все летающие термиты начали загадочным образом останавливаться и поворачиваться к Лейлину, уставившись на него кровавыми глазами. Как и ожидалось, импровизированные эксперименты всегда сопровождаются сюрпризами. Однако какая жалость, что время уже истекло. Лейлин улыбался, когда отсчет H-чипа от 5 минут подошел к ноль. Все термиты упали на землю, растеряв последние признаки жизни. В мгновение ока землю покрыл внушительный слой трупов термитов. Данную систему безопасности ввел Лейлин, и кажется, она продемонстрировала отличный эффект. Все существа имеют неизвестные характеристики. Видимо, мне придется провести много экспериментов, прежде чем я смогу повседневно использовать их. Затем Лейлин подобрал несколько трупов термитов в качестве экземпляров особей, а после повернулся к грязному туннелю, почти разрушенному. Очень скоро он достиг расположения вводящего в заблуждение туманного корня древа. Однако теперь в этом месте присутствовала лишь грязь и шелуха. Все следы облика огромного корня также исчезли. В эту ловушку вложили множество усилий. Лейлин бросил взгляд в черный туннель, который использовался существом в качестве приманки. Внутри туннеля на полу лежало много обугленных трупов термитов. Судя по внешнему виду, они не умерли от саморазрушения, которое было заложено у них в генах, но от ловушки внутри туннеля. Что до расположения самого вводящего в заблуждение туманного корня древа, возле него обнаружился еще один проход бронзового цвета, проход будто вырезали из керамики. Он выглядел весьма грубо, но преподносил уникальное впечатление. А что до самого прохода, на нем даже оказалось начерчено несколько древних символов на языке Байрона. Туннель экспериментальной лаборатории 1. Совершенно секретно. Только особому персоналу позволено войти. Кроваво-красные слова заставили Лейлина содрогнуться. Материал. Лейлин коснулся бронзовой керамической стены. Он подумал, что использованный материал для стен оказался весьма прочным. Также он смутно походил на кровавый сплав внутри садов Дилана. Они оба использовались для изоляции энергетических волн духовной энергии. Если мои догадки верны, то спрятанный здесь предмет должен быть превосходным чувство. Уязвимости в сердце Лейлина выросла до максимума. Он повернул голову и задумался, не смея бездумно зайти. Вместо этого он нашел просторное место.